Такого количества близнецов вместе не увидеть больше нигде в мире. На 3 дня в город Мадзян на юге Китая съезжаются более 2000, как две капли похожих сестер и братьев. Здесь проходит международный фестиваль близнецов. Мы ездим на этот фестиваль. Мы не пропустили ни одного фестиваля. И наши близнецы в составе от 10 пар, 8 пар ежегодно участвуют. Разные близнецы именно из города Владивостока и Приморского края. И в этом году Россию на мероприятии представляли 8 пар из Владивостока. Жюри оценивало не только их внешность, но и творческий номер. Братья из Владивостока Дмитрий и Денис Семенович завоевали 3-е место. Один из номеров нам ставили хореографы наши, а второй номер мы придумали сами с братом. Если учесть, что в конкурсе принимали участие больше 60 пар, результат достойный, и братья с гордостью показывают свои дипломы. Там мы приезжаем и как звезды становимся. Там нам все аплодируют, с нами все фотографируются. Вот это все очень интересно. Не знаю, как для тебя, для меня в первую очередь вот танцы. Мы показываем танцы, это просто гигантский стимул для того, чтобы танцевать как-то лучше. На протяжении 10 лет участники из Приморья берут призовые места. Олеся и Оксана Мискаровы в 2011 году заняли 1-е место. Мы первые русские, которые там оказались, именно в городе Мадзян. И когда мы там ходили, они нас все окружали с разных сторон и вот так смотрели, то, что мы все белые, русские. Необычно. И они боялись прям подойти. Еще в этом городе близнецов есть древний обычай. Если попробовать воды из волшебного колодца, то в скором времени появится парочка, а то и тройка очаровательных кров. Кстати, в самом городе Мадзянь в каждой 10-й семье рождаются близнецы. Елена Штыникова, Максим Малыгин, Панорама.